На новогоднее торжество в празднично украшенный зал Дома культуры в Афрянове собрались дети и их родители. Многие из них пришли в костюмах зайчиков, лисичек, гномиков. Они танцевали, пели. Сотрудники культурно-досугового центра устраивали театрализованные представления, шуточные забавы, веселые и шумные игры. А я и одна приду, за мной гости. Можно? Ладно, но пока со мной не поиграете, я вас из морозного царства, снежного государства, не выпущу. В ответ дети очень дружно демонстрировали, что они умеют веселиться, и, конечно же, когда их попросили, они выстроились в очередь и стали читать стихи. На празднике было много поздравлений, в том числе от Деда Мороза и от Снегурочки. Здесь нас встретили ребята, такие все красивые, нарядные, веселые. Так было весело, хороводы, песни, пляски. Мы желаем им, чтобы они росли большими и не знали о них хлопот. Сегодня у нас проходит новогоднее представление для наших ребятишек при содействии депутатов Совета депутатов городского округа Щелково. А творческий коллектив Дома культуры подготовил замечательную программу. И, конечно же, мы поздравляем наших ребятишек с Новым годом! Праздник получился ярким, веселым и очень новогодним. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.